На днях из медицинского центра «Сакура», что в Челябинске, вместе с мамой вернулся наш земляк, двухлетний Егор Семенов, который там прошел курс реабилитации. Детский церебральный паралич у него диагностирован в прошлом году, что потребовало периодическое сложное лечение и коррекцию в крупных медицинских центрах Урала. Многодетной семье Семеновых оплату лечения сложно потянуть, поэтому организаторами благотворительного проекта «Человек года» было принято решение включить Егора в список благополучателей. В декабре прошлого года на церемонии вручения премии «Человек года» были собраны средства для таких детей. За счет этих денег в этом году уже удалось пройти реабилитацию Максиму Антипову, оплатить курс массажа Алене Фаткуловой, приобрести современную удобную коляску для Матвея Кокарева. И вот сейчас еще оплачен и полный курс реабилитации для Егора Семенова. Все дети страдают ДЦП. Родители благодарят всех организаторов и участников социально значимого проекта «Человек года», который уже не первый год позволяет их детям получать шанс на реабилитацию, а значит, последовательно улучшать качество жизни. Если вы хотите связаться с мамой Егора Семенова, Екатериной, которая работает в трубопрокатном цехе номер 1 Северского трубного завода, то вы можете обратиться к ней по телефону, который вы сегодня видите на экране телевизора.